Всем привет, друзья! Сегодня хочу заменить мою камеру заднюю. Я подробно показал установку. Давайте сначала покажу, что я купил. Я купил вот такую камеру, вот. RebiGlass 170 градусов. Почему сейчас скажу, я купил такую камеру? Кстати, тяжелый. И вот резинка снизу на самоклеющей ленте. Здесь видите, камера HD 1080p. Эта камера поддерживает 1080p HD. Сейчас покажу, в чем разница. Также здесь есть два провода, вот видите. Вот HD сигнал 175 градусов. Вот, если перерезать вот этот зеленый провод, то пропадет именно парковочные линии. И, кстати, почему я меняю вот камеру, видите? Я ставил именно эту, потому что это как бы точно так же, как и заводской. Слишком низко, вот видите? Сразу вот здесь в бампер вот смотрит. И это очень неудобно. Сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите. Вниз смотрит и регулировать невозможно. Хотя есть один нюанс. Вот пластмасса здесь мы вырезали, чтобы вот ставить эту камеру внутрь пластмассы. Там защелки есть. Но я буду восстанавливать эту пластмассу. Я этот процесс тоже покажу. Вот сейчас я вам вот здесь, видите, HD выбор камеры я поставил, не поддерживается. А если я ставлю HD, допустим, 180p, то у меня будет включен режим наблюдения на парковке. То у меня уже задняя камера не будет работать. Вот видите, 720p давайте ставим также. И попробуем. Также вот видите, нет сигнала, то есть не поддерживается. Поэтому я здесь ставил не поддерживается. Давайте сейчас открою ворота, и вы уже посмотрите. Вид. Даже тротуар не видно, не то чтобы здание, даже тротуар не видно. То есть вот поставил коробку, вот это самый конец, где видно. Давайте считать, сколько метров. То есть вот автомобиль, вот коробка. Это раз, два, три, ну, 4. То есть видимость до этого края 4 метра. Нужно снять все это, чехол, также вот эту пластмассу снять. Как все это снимается, я уже показал вам в предыдущем видео и не буду повторять то же самое в этом видео. Ссылку на это видео тоже оставлю в описании. Вот снимаем чехлы, пластмассы, как я показал в видео. Вот провод камеры. Здесь на этом камере просто разъемы по-другому, а здесь вот видите, по-другому. Нет проблем, просто вырезаем провод отсюда и подключаем плюс к плюсу, минус к минусу. Вот оба провода, плюс к плюсу, минус к минусу. В настройках уже стоит HD 1080p и уже без проблем. Вот. Вот камера работает. Вот, чтобы снять вот эту пластмассу, задергиваете вот эту. Вот снимаете вот это. Вот отсюда. И вот эти защелки. С обоих сторон. Вот. И снимается вот камера.
здесь он номер не снял, просто отсоединяете вот этот разъем и все. Снимайте пластмассу. Вот мы вырезали вот здесь, чтобы ставить вот камеру. И надо вот закрыть опять эту дырку. Вот как здесь. Вот нам нужно закрыть вот эту дырку и вот так поставить камеру. Вот так. То есть посмотрите, эта камера уже я купил в HD 1080p. Если перерезать вот белый провод, мы просто получаем 720p камеру без функции HD, поэтому мы не будем трогать белый провод, у нас 1080p HD. А мне не нужно парковочные линии, потому что уже экран имеет эту функцию, и я буду перерезать только вот зеленый провод. Сейчас покажу. Я буду перерезать провод зеленый, и вот эти парковочные линии уже не будет. Это мне не нужно. Все. Вот зеленый провод. И давайте посмотрим. Все, у нас остался только один парковочной линии, у нас только один.
друзья, окончательно установили камеру. Здесь уже изначально смотрело очень низко опять под резинку, то есть вот толстая часть предназначена спереди, и камера изначально смотрела опять ниже. Мы перевернули резинку и толстую часть поставили сзади. И вот тогда уже вот камера поднялся, и уже все нормально. Вот сейчас посмотрите уже. Все, видите, уже и угол обзора хороший. Посмотрите, ворота полностью видно. А вот справа вот, посмотрите, старый вот камера. Тогда ворота еле-еле видно. А вот здесь уже видно вот тротуар. Видно даже и здание, и тротуар. А тогда вот до сюда была видимость. Даже вот, вот отсюда. Все ссылки я оставлю в описании. И ссылка на эту камеру, и ссылки на установки, подробную установку камеры на экран. Всем спасибо и удачи на дорогах.